Ну, это ты давно очень играл, потому что... Когда вышел, месяца два поиграли. Потом там что-то скучно слишком стало. И... Мой RPG, но он на соло как бы. Ага. И чел, который, блядь, 50 или какой там уровень на рыбалке, блядь, взял. Я Лёша? Не. Это я, что ли, 27-й грандмастер рыбалки? Не. У нас чувак был. Когда мы начали играть, он на третьем месте был по рыбалке. И он 50-й на рыбалке взял. То есть он ни одного моба почти не убил. А, ну нормально. Я так 61-й взяла. На пугалах. Там сейчас автокач ввели. Замысли ты взял момент. Иди-ка ты в жопку. Так, а... Рыбалка не автокач. Автокач ты напрямую стоишь. А вот это красиво! Чё, блядь? Как? Одна карточка! Одна карточка! Момент все равно мой. Би-би-би. Это было охуительно. Вообще. Короче, манекены ввели специально. Ты встаешь, короче, пиздишь манекенов на 61 уровень, сколько-то 46% или откатами со всем остальным. Это очень долго, и поэтому там пати качаются. И там прикол именно пати всем, кто в пати, с каждого моба. Каждому свой, что ли? Да, у каждого свой. Раньше кто убил, тот и... Да, а теперь... Вот, нет, это вот, если патийный слот, ты можешь выйти из пати и кормить соло, конечно. Это шала же была. Каждому надо было суммонить босса. И кому-то без кому-то было помогать. Там шансы это вообще ни хера не имеет. Опять ты за эту пизду латинскую. Что за деминику, блять, в команде? А, нет. Как так-то? Ау! Здорово! Охуительно попадаешь вообще. Я прям, я вижу, что катуралька моя стреляет. А, данжи какие-нибудь сделали, по-моему, не? Там, типа, не данжи, там, короче, по-другому. Там руины Гистрии кормишь. Ну, это понятно. Это тогда и было такое. Да? Энкрион, да. Блять, это вот сейчас что происходит? Мне кажется, пиздец какой-то. Пиздец у меня в команде, блять, какие-то вообще неадекватные, нахуй. Я возьму хуйню, блять. Ау!
Я типа ничего не делаю, я иду с респа, и там турелька моя тебя пиздит, и все. На квесты на хайнде там такие же остались. Типа убей 1000 таких мобов, 1000 таких, не? Как-то я помню, была такая лажа. Что этих древние мочили бедно. Чем гвоздем. Моя елда тверда, помни это. При том, что неважно, с нами он играет или без. Ну я бы его тогда точно напрягала, потому что я типа, блядь, хил, который хилит только одного человека. Было бы неплохо. Блядь, это такие дамы, это пиздец. Да, я всегда так про своих тиммейтов думаю. Господи, почему я с такими даунами попала? Бом-б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 ом. Мистер Бом-бом. Сам не буду, блядь. Вы имеете. Сам себе хил, сам себе, блядь. Fallout. Что такое? После последнего Fallout'а вот у меня что-то типа того же. А еще блед, я потерялся. Мне еще нравится. Какого? Пизда с ушами, блядь. Да не только с ушами, я еще и с глазами, и типа с носиком, там, ротиком, все дела. Блядь, это стрёмное зрелище какое. О, вот это красиво. Светлая и темная стороны. Все идет по плану. Блять, заел это ты нахуй. Хохочет она там. Ой, пью. Да резни ты, блять, тупая пизда. Какая вагина таких, блядь, раков то рожает, а? Волосатая. Волосатая, мерзкая вагина, розовая. Нихуя никто полезного не сделал, блядь. Хорошо, Максим не слышал. Он бы во мне разочаровал. Что? Ой, ты уже пришел.
Что? Я сейчас...